Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, 18 апреля. Сегодня достаточно волшебный, магический день. И он достаточно сам по себе интересный. Почему? По одной простой причине, что сегодня с помощью ветра вы можете призвать, привлечь в свою жизнь деньги, изобилие и достаток. Как это сделать? Нужно просто открыть окно и сказать всего лишь одну фразу. Почему именно сегодня это нужно сделать и как правильно, какие слова сказать далее в этом видео. Итак, друзья, 18 апреля всегда наши бабушки и дедушки считали переломным временем. Почему? Потому что, наконец, теплая весна должна была вступить в свои права. И даже была пословица, что пришел Федул, тепла надул, окна отворил, избу без дров натопил. Конечно, не всегда получалось так, но все же мы верим, что уже с этого дня приходит к нам за окно весна. И в нашем, уже в наше время окна в доме открывать еще было не принято, так как считалось, что можно весну отпугнуть. Но все равно наши бабушки и дедушки старались в этот день проветрить свои избы для того, чтобы вышли все накопившиеся за зиму запахи, весь негатив и всякая нехорошая энергетика. Поэтому, когда 18 апреля вы будете открывать настежь окна, обязательно скажите определенные слова. И пусть в ваш дом войдет тепло, изобилие и достаток. Друзья, ну а слова, они достаточно простые, и они следующие. Итак, друзья, открываем окно и говорим следующие слова. Благословение матери и силой элементов. Я привлекаю бесконечный поток процветания. Я прошу помощи и поддержки для всеобщего блага. Да будет так. Эти слова произнесли 3 раза. После этого закрываете форточку и далее занимайтесь своими делами. Вот такое, друзья, у нас волшебное и магическое время 18 апреля. Обязательно используйте это время и этот день во благо. А провести эту практику 18 апреля вы можете в любое время до захода солнца.